Мужчина, который фигурирует на этих кадрах, сейчас дожидается суда в СИЗО. Его задержали сотрудники отдела экономической безопасности в конце прошлого года. Злоумышленник купил телефон с рук и даже принес букет даме, которая продавала гаджет, а расплатился, как выяснилось позже, поддельными деньгами. Я пошла в банкомат, в Сбербанк, чтобы положить деньги на счет. И банкомат меня не принимал купюры. Потом обратилась в Сбербанк, то есть стала думать, что они уже фальшивые. Купюры оказались фальшивые. Наказание за преступную деятельность ждет еще одного сбытчика поддельных купюр. 23-летнего парня задержали в Череповце. Как рассказали в полиции, тревогу забил представитель торговой точки. Деньги, которыми молодой человек хотел расплатиться за товар, показались подозрительными. При прибытии на место преступления следственно-оперативная группа изъяла поддельный банковский билет Центрального банка России и отправила на его на исследование. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний. В ходе допроса мужчина сообщил, что в период новогодних каникул, находясь на территории города Череповца, сбывал поддельные банковские билеты. Еще несколько поддельных купюр обнаружили у молодого человека дома. Как выяснилось, фальшивки приобрел в Санкт-Петербурге через интернет. К слову, такой способ покупки незаконных денег набирает популярность у преступников. Большинство купюр поддельных приобретаются в интернет-магазинах, но не на территории нашего города. Граждане едут в другие субъекты, забирают закладки, в которых фальшивые купюры, но сбывают уже на территории как нашего города Череповца, так и на территории других субъектов. Деньги, как правило, хорошего качества. Порой подделку бывает трудно отличить на глаз. По каждой подозрительной купюре проводится экспертиза. Визуально осматриваем защитные признаки, которые имеются на данной купюре. В дальнейшем мы при помощи прибора «Ультрамаг» просвечиваем купюру в ультрафиолетовых лучах и инфракрасном спектре. В последующем мы ее сравниваем с коллекцией, имеющейся у нас, и со справочной литературой ВКЦ МВД. О возможных сбросах сотрудники отдела экономической безопасности предупреждают предприниматели, рассказывают, как определить фальшивку на глаз, призывают ставить аппараты для проверки денег и вести специальные журналы, где регистрировать крупные купюры. Быть бдительными просят и граждан. При продаже товара, к примеру, лучше встретиться с покупателем в банке, где проверить банкноту. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости.